Ну и чтобы опять-таки все эти красивые слайды и методологии превращали в жизнь, есть такие вот у нас подход. Основная тема семинара – это люди. В этой системе организации ТАИР у нас есть такое вот концептуальное разделение. То есть традиционные роли или профессии в области ТАИР – это те, которые нацелены устранять последствия отказов. То есть главный механик, ремонтник, механик цеха, они очень часто занимаются в своей жизни именно ремонтами, то есть восстановлением работоспособности после отказа. Ну, к чему сейчас мы ведем вас всех и сами туда идем, что появляются некие проактивные такие роли, отрасли. Я думаю, что многие слышали у вас понятие сервисное обслуживание. Сейчас такая модная тема в больших компаниях – это управление активами. То есть не главный механик, а именно директор по управлению активами. То есть человек, который отвечает вообще за активы, за их состояние, за их там модернизацию, замену. Ремонты являются одним из способов восстановления его работоспособности. Ну, есть из тех, о которых мы сегодня говорим, это планировщик. То есть человек, который является обязательным элементом в любых системах организации ТАИР, там, современных промышленных предприятий. То есть задача этих людей – предупреждать отказы, то есть планировать работы по предупреждению отказов. Ну, соответственно, опять-таки, почему мы говорим о ролях, о профессиях, что если вы будете формализовывать свой бизнес-процесс управления, то есть появятся такие формализованные квадратики по управлению процессами, здесь обязательно должны появиться те самые роли, по которых мы говорим. И во всех современных организациях, в которых есть оборудование, есть процесс планирования, есть вот такие, мы называем, желтые человечки, планировщик, то есть человек, который отвечает за определенный шаг в бизнес-процессе планирования, годового, месячного, недельного, ежесменного. То есть это не механик, это человек, который отвечает за информацию, необходимую механику для выполнения работ. Чуть дальше поговорим об этом. То есть это именно планировщик. Соответственно, во многих системах информационных есть такие таблички, в которых нужно за определенных там функциональной области назначить определенных людей. То есть здесь вот тоже видно некие примеры, что есть распределение ролей и профессий, есть так называемые планировщики в этих системах АСУ ТАИР. Важные люди, которые являются необходимым элементом для автоматизации процессов.